Австралийский фермер Муима выращивает манго недалеко от Дарвина. Работа тяжелая, но не всегда успешная. Каждый год женщине приходится мириться с тем, что часть урожая пропадет. 20 из 100 тонн идут на помойку, поскольку манго не соответствует товарному качеству. Мы вкладываем много ресурсов, и это наш единственный доход. Когда видишь много отходов, становится грустно и впадаешь в депрессию, ведь это потеря денег. Впрочем, в северной территории Австралии намерены это изменить. Здесь запустили проект, который позволяет находить применение отходам сельскохозяйственной промышленности. Пищевые отходы – большая проблема. Мы вкладываем много ресурсов, чтобы вырастить овощи и фрукты. И если они не попадают на полки магазинов, то производители терпят убытки. В Дарвине создали экспериментальный завод по переработке сельскохозяйственных отходов. Из них делают сухофрукты и корм для домашних животных. Вся продукция проходит термическую стерилизацию, поэтому ее можно хранить при комнатной температуре. Я слышал, что когда поезда терпят крушение, прерывается поставка продуктов питания. В таком случае людям нужны продукты, которые долго хранятся. В Северной территории ежегодно выбрасывают 14,5 тысяч тонн манго. Теперь у фермеров появилась надежда на то, что их урожай будет полностью спасен.